Так, мы встречаем Никуху в школе. Вот тут, кстати, ее школа. Че ты меня снимаешь? У нас влог какой-то. Ты мне собаку купила? А как ты думаешь, почему я тебя снимаю? Собаку купила? Ну, я помню, ты меня так снимала, когда ты мне собаку купила. Ну, кстати, да, когда я к школе. Я ужаснулась. Я потеряла в классе наушник. Я ищу его, потому что мне уже говорят, все, выходи, сейчас класс закроют. Я уже чуть ли не рыдаю, меня все так трясет. Я выхожу из класса, он мне выпадает откуда? Из капюшона или откуда выпадает, короче. Серьезно? Да. В общем, ты нашла. Это твоя школа. Вот куча одноклассников, вот такая огромная у Николь школа. А, я поняла, ты снимаешь типа влог какой-то мой день обычный. Нет, это чуть-чуть необычный день. Как ты думаешь, почему я тебя снимаю после школы? Сюрприз какой-то. Сюрприз какой-то, а еще вот у нас есть вот такая штука. Что ты придумала? А сейчас увидишь. Николь ни о чем не догадывается и сейчас будет одевать штучку на глаза. В общем, ты сейчас будешь одевать эту штуку на глаза и будем заходить домой. Пошли. Заходим. Поднимай ногу. Ногу. И еще один раз. А теперь открывай глаза. Николь, я тебя поздравляю! Поздравляю! Задувай свечу, только аккуратно не задуй себе волосы. Так, ура! Кто был с нами, обязательно ставим лайк. Обязательно пишите в комментариях, со скольки тысяч подписчиков, а то или миллионов, вы были с нами на канале. А мы начинаем праздновать и снимать праздничное видео. Николь, ты видишь перед собой подарочки. 4 миллиона, 4 подарка. Итак, Николь! Ну, Николь, Николь, ну не подсматривай. Смотри, Николь, у тебя 4 миллиона, 4 подарка. И вообще, как твой канал стал популярным? Ты помнишь вообще? Мы начали снимать гимнастику. Правильно. И поэтому сегодня будет праздничное 4-миллионное гимнастическое видео. Я тебя поздравляю. И сегодня за каждый подарок мы будем смотреть твое самое популярное гимнастическое видео. И ты будешь выполнять гимнастический элемент. И если ты выполнишь этот гимнастический элемент, мы будем распаковывать вот эти огромнейшие, крутейшие подарочки на 4 миллиона. Кстати, ребят, знаете, что я помню? В этой коробке всегда дарят все самое крутое. Поэтому я ее ставлю на конец. Хоть тут есть и большая, но ее я ставлю на конец. Потому что мне на Новый год в ней или не в ней подарили мне айфон, наушники, все мне дарят в ней. Поэтому я ее на конец оставлю. То есть ты думаешь, что мы тебе подарили новый айфон, да? Нет. В общем, Николь у нас переодевается в гимнастическое, пробует наш классный праздничный. Я смотрите, думала, какой да, тортик. Я не нашла кроссовки кампуса коричнево-розовые. Нет? Нет. Блин. Вы пока Николь переодевается, можете написать в комментариях, что вы думаете, какие подарочки мы ей приготовили. Итак, одеваемся, смотрим видео старые, восхищаемся, возвращаемся в прошлое и выполняем гимнастические элементы. Ну что, ребята, 3, 2, 1, 0, ты на канале Мисс Николь, и сегодня у нас 4 миллиона подписчиков, ура, я тебя ура! Поздравляю. И сегодня мы посмотрим, как начинался наш канал, мы прокомментируем, что мы там помним, что мы уже не помним, и посмотрим наши самые популярные гимнастические видео. Из них мы выберем 4 элемента, которые Николь попытается повторить. Если она повторяет один раз, у нас есть подарки, которые она будет при ваше и распаковывать. Ну что, Николь, давай посмотрим, что там у тебя интересненького было. Давай самое-самое первое видео. Ну что, Николь, давай распаковываем подарки. Это наше первое видео, которое было аж 7 лет давай. Назад. Боже, какая Николь была милашка. А теперь не милашка. Боже, какая она классная. Ты была очень миленьким, классным таким ребенком. Ты, кстати, не похожа. Ребят, скажите в комментариях, напишите, она похожа на ту, которая была тогда, или она очень сильно изменилась? Я хочу посмотреть, где я говорю, я буду певицей. Я помню, мне стоит папа, говорит, говори. Самое милое видео на Земле. Петь, не певица, ну, а почти. Петь. Давайте с Жекой, ладно. Челлендж, 1 100 000. Как этот челлендж набрал столько просмотров, просто нереально. Ой, да, это первое видео, которое у нас буквально залетело. Просто мы с Жекой сидели у бабушки и решили снять видео с желейками. Что со мной? У меня тут все зубы, а тут нет. А у Жени нет зубов? Ну что? Сегодня за челлендж, вы знаете? Да! Это на
начало нашей карьеры. Каляка, да? Это маляка. Каляка какая-то, да, маляка? Боже, какие у меня волосы! А волосы, кстати, длинные. Да. И посмотрим, меня... чем сейчас. Конечно, намного. Женя, смотри на Женю. Женя, что с тобой? Я знаю, что ты смотришь сейчас наше видео. Напиши в комментариях. Ну что, Николь, посмотрели самые первые старые видео? И давай, наверное, пойдем уже в гимнастику. Давай посмотрим на самое популярное видео на нашем канале. Давайте, как оно популярное. Называется? Оно называется «Международный турнир по художественной гимнастике», и там что-то дальше. Ну, короче, это международный турнир по художественной гимнастике. Из него мы тут самых популярных очень много таких. Ой, да, у нас 45 Ого. Миллионов. Так, ну давайте так. Отмотаем начало. Всем привет, вы на канале Мисс Николь, и сегодня у меня долгожданные соревнования. Соревнования. Мне очень понравилась своя озвучка. Это красивая прическа, неправда. Кому нравится такая прическа на соревнованиях, ставь лайк. Мне очень нравится. Я помню, каждый раз просто жиза, когда тебе мама сбрасывает гульку на соревнования, и тебе она кажется то слева, то справа. Я такие истерики устраивала в 5 часов утра, когда мы собирались на соревнования. Боже, какой красивый макияж, мам. Ты визажист. А что нет? А что нет? Николь! Это сережки просто, они у меня до сих пор лежат. Это бабушка купила 60 лет назад с красным рубином. Николь, я хочу тебе заметить, что ты должна выбрать элемент, который ты сможешь повторить. Такой сможешь повторить? Как называется, когда ноги? Блин, на гимнастке напишите, как называется этот элемент. Ой, вот это, кстати, можно повторить. Вот это ты сможешь повторить. Ну, не прям так. А, мостик. А, нет, такой мостик мы не повторим. Мостик такой мы точно не повторим. А давай повторим тогда тот элемент. Давай попробуем. Попробуем повторить тот элемент за первый наш подарочек. А мы смотрим. Ну что, ребят, я готова повторить наш первый элемент. Это называется как-то мостик на коленях. По-моему, так, мостик на коленях. Ну, давай как минимум будем пробовать. Короче, так, давайте попробуем. Погнали. Мы болеем. За Николь. Кстати, Николь, у тебя классные носки. Все, я уже устала. Вы представляете, как это сложно, когда ты не занимаешься? Потому что, когда ты занимаешься, это было, ну, очень легким элементом. Но, когда ты сейчас не занимаешься, девчонки, те, которые самоучки, понимают, как это тяжело. Потому что для гимнасток этот элемент, ну, настолько был легкий, просто ужас. А вам так? А можно не прям браться вот так за голень, потому что это будет невозможно? Ну давай хоть что-то, чтобы хоть как-то получилось похоже. Давай просто, чтобы я встала и постояла хотя бы секунд 5. Давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ой-ой-ой-ой, класс! Николь, ты это сделала! Вообще, я будто мне лет 60, и я бабушка. Николь, блин, так и есть. Если ты гимнастикой не занимаешься, это очень-очень-очень сложно. А это, Николь, уже готова раскрывать первый наш подарок. Конечно, так прям тут и будем делать. Я уверена, что это самый никчемный подарок. А тебе смущает, что это самая огромная коровка, которую я приготовила? Ну, она такая какая-то... Во-первых, неправильно распределен вес, значит, там что-то не очень большое. Короче, давайте открывать. Давайте открывать на раз, два, три. Раз, два. Открываем. Покажи, покажи. Есть. Николь, ты мне целое утро, целое, ну вот, перед челленджем, она говорила, что я очень хочу кушать, очень хочу. И я тебе заказала не просто супермаркет или что, я заказала своего любимого рисчика здесь, рядышком, недалеко. Николь, уже ты прям уже кушаешь, уже все. Так, Николь, приятного аппетита. А мы выбираем следующий элемент. Итак, первый элемент выполнен. Первый подарочек открыт. А мы идем дальше и смотрим, какой у нас получается, давай, по популярности. Сейчас у нас международный турнир. Это Черномор. Я помню Черномор. Точно, точно, точно. Это бриз. Это бриз. Ну, блин, я уже ничего не помню. Опять? Это же прическа. Реально? Опять? Ну, нет, там косички. Там были косички. У меня фантазии, видимо, тогда было мало. Я только переодела штаны. Видишь, там были черные штаны, здесь джинсы. Опять та же прическа. Но она тебе шла. Кстати, красивая, на самом деле, очень. А я предлагаю сделать переворот назад со скакалкой. Мам, ты думаешь, я сделаю? А что, нет? Нет. Ты переворот назад вообще делаешь? Да. А со скакалкой просто тоже. Положила скакалку. Ладно, давайте мы выберем что-то поинтереснее, чем просто какие-нибудь перекаты, шмерикаты. И давайте сделаем этот элемент. И мы сделаем элемент со скакалкой. Ну что, мы готовы делать элемент? Я готова делать элемент со скакалкой! Переворот назад со скакалкой. Ну что, ребятки, приступаем к следующему заданию со скакалкой. У меня есть еще кислотно-черная, но мы ее не нашли, поэтому будет оранжевая.
будет оранжевая, и Николь будет пытаться сделать элемент со скакалкой. Переворот назад со скакалкой. И это будет очень сложно, я думаю, для Николь, но она очень сильно постарается. Для этого элемента тоже нужна подготовка, поэтому Никуха решила встать на мостик и упасть с него. Ух ты! Еще раз пробовать, но мне кажется, это было. Но было или не было, решать только вам своими лайками и комментариями в этом видео. Скорее пишем, 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 а мы распаковываем следующий подарок. На самом деле, в начале видео говорила, что он будет последним, но я решила, что, знаете ли, я перепутала коробочку, во-первых. Ну, во-первых, не ты решила, а я решила. У меня все было тут по 1, 2, 3, 4, поэтому этот подарок будет вторым, который ты распаковываешь. Давай. Раз, два, три! Это то, что было мне просто надо. А ты знаешь, что это? Я так и думала, что ты поймешь по упаковке, что это такое. Конечно, я знаю магазин так. Ну давай, открывай. На самом деле, это чехол, и мне очень нужен был чехол, потому что мой поцарапал весь мой телефон. И он из новенького превратился в неновенький. В неновенький. Чего ты вот это лезешь ко мне? Он мне под телефон подойдет. А ты уверен, что это точно тот чехол? Ну, вообще-то 14 Pro у тебя. Вау! Я отгадала. Ну, слушай, покажи. Давай покажем всем. Ну что, пишите обязательно в комментариях, как вам такой чехольчик. Николь, ну что, ты довольна? Ты очень сильно хотела новый чехол, потому что мне твой... Мне он нужен был, потому что мой весь расцарапал все. И он пожелтел. А мы приступаем к следующему нашему видео. А мы готовы посмотреть наш следующий турнир. Нет. Давайте Одесса, мама. Да, так не давайте, а давайте, потому что она 25 миллионов у нас, ничего себе. Го. Что, переворот вперед? Давай. Единственное, что у меня это выглядит как-то не очень, потому что я кидаю и стою. На самом деле, давайте переворот назад со скакалкой, переворот вперед с булавами у нас будет. Серьезно, сделаешь? Ну попробую. Если прилетит по башке, то может быть мозги на место ставил. Ну что, мы пытаемся повторить. Что, ребят, сейчас мы пришли на третий элемент. И мы будем вместе делать переворот с булавами. Переворот вперед был переворот назад. Сейчас мы делаем переворот вперед с булавами. А мы смотрим. Мы чуть-чуть задели потолок. Мы чуть-чуть задели потолок, но ничего страшного. Зато, Николь, я засчитываю тебе этот элемент. Я думала еще раз переделать. Да! Поэтому мы раскрываем твой третий классный подарочек. Готовимся! Это новые! Ура, боже мой, у меня мои старые такие уже... Грязные, грязные, некрасивые. А это маска для чего-то там, для лица или для чего, посмотришь. Это косметика. Я знаю. Да. И это как бы, да, наушнички эти идут в подарочек. А основное это та маска или что это? Доставай, скорее. Это для нормальной кожи вегетарианская формула, натуральная маска. Я так понимаю, для блеска и свежести. Я не знаю, для чего. Покажи вот так. Вот такую вот штучку мы приобрели. Теперь Николь утеплилась, у нее теперь есть наушнички, и мы движемся дальше. На самый главный подарочек впереди. В общем, мы движемся дальше и смотрим следующее видео. Ну что, мы готовы приступить к чему? К следующему видео. К следующему и крайнему нашему видео, крайнему нашему элементу. По популярности у нас что, Николь? Следующее, вообще у нас как бы плавание, потому что я еще плаванием занималась. Но у нас следующая травма на турнире по художественной гимнастике. Я уже вижу купальник, который мне тоже безумно нравится. Боже, да, офигенный купальник. Mm-hmm. Вот такой. Я помню, я вот так делала. Включаем и смотрим. Давай. Давайте. На самом деле он интересный, потому что там типа травма. 2000 years later. Ну что, мы определились, мы делаем кувырок вперед. Там ножка его надо закрутить, и он подкидывается, и ты, короче, когда сделал кувырок, надо должна его словить. Это все хорошо, но в этом видео у нас будет без предметов. Скакалка, булавы и еще и обруч. А у нас все это есть дома, мы до сих пор храним это, как и наши награды, как и мячики и все остальное. Потому что гимнастика все равно, да, в нашем сердце, и это история, это большая история нашей популярности, поэтому... Николь, ты готова повторить? Конечно. Этот элемент кувырок вперед. Смотри.
Обруч! Ну что, ребят, это последнее задание, последний подарок на сегодня. Он очень простой, и я считаю, что для последнего подарка можно было выбрать что-то потяжелее, но мы хитрые. Знаешь, у нас очень мало места. Да, у нас очень мало места, сегодня мы не сильно подготовлены прям к гимнастике. Мы сегодня решили праздновать 4 миллиона подписчиков, но так как, да, так как наш канал стал популярным именно за счет гимнастики, я все-таки миксанула. И мы смотрим наш ранний элемент, не Пушкин. Получается, что? Кувырок с обручем. Мы видели. Единственное, что я не вот так словила, как на видео, потому что тут как бы нет места. Да, но в принципе ты его словила. Это было очень прикольно, оно прям не зацепило лампу. Я только что я смотрю на эту штуку такая. А мы что делаем? Прощаемся! А, нет, распаковываем подарок. Николь уже знает, что это подарок из магазина Дюглас, потому что обертка из Дюгласа, но она не знает, что же там. Адвент-календарь! Адвент-календарь из косметики. Покажи поближе. Я целый месяц, мне очень лень, я знаю, что правильно целый месяц сделать, а то даже два. Но? Но мне так лень, поэтому я хочу открыть прямо сейчас. Да ладно, не прикалывайся. Ты, мы будем распаковывать весь адвент-календарь? Так, подожди. Лайки вот прямо сейчас, если вы хотите, чтобы Николь распаковала весь адвент-календарь. Там же всякая косметика, наверное, какие-то помадки, духи, какие-то... Может... Даже духи мини-мини, да, какие-то? Да, мини. Ну ладно, тогда мы делаем раз. Вау! Распаковку адвент-календаря. Итак, мы начинаем распаковывать с первого дня. Получается, это надо распаковывать сколько? По 31 декабря. По 30, да, наверное, по 31 декабря. Но Никуха распаковывает прямо сейчас. И номер один, она... Помада? Полноценная большая помада? Ну, помада. Давай номер два. Что делать, если я не пользуюсь? А мы можем его где-нибудь разыграть. Возможно, на Инстаграм. Подписывайтесь на Никушин Инстаграм срочно. И, возможно, мы разыграем то, чем Никушка так, здесь не пользуется. Лак и помада. Три, это у нас какой-то карандаш будет для губ, походу. Нет, это кисточка. Мне такая нужна для белых теней в уголок глаз. Так, дальше. Движемся дальше. Номер 4. 4, вот я нашла. Это карандаш для губ. Ой, слушай, неплохой цвет. Мне, кстати, красиво. Такой нравится. Обалдеть, столько косметики в адвент-календаре. Это карандаш под помаду. Смотри, и помада какого цвета. А мы движемся дальше. Номер 5. Пилочки. Пилочки для ногтей. Одноразовые пилочки для ногтей. Очень прикольно. Давай, номер так, 6. Фу, это что-то большое, очень большое, посмотрите. Ого, ничего себе, целая палетка. Я их видела, это новогодние. Ей можно сделать очень красивый новогодний макияж, кстати. Вообще, почему я это все открываю за раз, если люди это делают месяцами? Давай. Ну ладно, не важно. Это, походу, тоже карандаш какой-то или что это? Это нет, это кисточка. Это тоже еще одна кисточка. Боже мой, мне не хватало столько кисточек, ребят. Это такая же, только пушистей. Вот, у меня уже целая коллекция кисточек. Всего две кисточки, но это не важно. А вот 8 раз. Итак, это у нас... А это уже карандаш для глаз. О, вот это... А, да, ты мне не отдашь? Я люблю делать стрелочки карандашом для глаз. А, ну тогда у нее черный карандаш для глаз. Боже, ничего себе, столько всего в один календарь. Обалдеть. Так, это восьмерочка, а нам нужна девятка. Это зеркало. Вау. Открываем большой 10. Это глиттер. Ну, а что такое глиттер? Глиттер есть блеск. Это блеск для губ. 11, это зеленый лак. О, кстати, тебе подходит под этот. Зеленый лак и лаки мы, наверное, разыграем в Инстаграм, что можно сказать, потому что Никушка не пользуется простыми лаками. Это блески. Это блески для губ. Ура! Это нормальный человеческий спонжик. Обалдеть. Вот его ты хотела. Спонжик мне нужен. Есть. Это мицеллярная вода для поездок. Обалдеть. Ну это круто. Ребят, я такой адвент-календарь никогда еще в жизни не видела. Он прям реально четкий. Мы вот потом это тебе. На пилочки в дорогу. Спасибо. Это мицеллярная. Потрогана, приятная. Вкусно, что, кстати, такие резинки полезные для волос. То есть вот такие вот, они ломают волосы, портят, а вот эти полезные. Так. Дальше 16-й. Снова лак? А это база топ-кол. Ладно, неважно, лак. Так, 17-й. Ты сказала, тебе нужны матирующие салфетки. Да, это матирующие салфетки. Матирующие салфетки. Обалдеть, вот это круто. Слушай, вообще. Ребят, матирующие салфетки — это лучшая вещь, которая вообще может быть у любой девочки в сумочке. Еще один блеск. И такого цвета, как ты любишь. Как я люблю. 18-й — это спонжик, который пойдет. Вау. Для пудры. Это для рассыпчатой пудры. У меня, правда, рассыпчатой пудры нет, но я куплю. Черный карандаш. Это еще один черный карандаш. О, наконец-то, это мне.
Следующий. Еще одна. Следующий 20-21 нам нужен. Это щеточка для бровей! Вау! Ну это круто. Ой, это мне нужно для моих ламинированных. Это мне надо было. 22. Вот. Еще один блеск. Они все такие яркие. Это масло для кутикулы. Вот это крутая вещь. Это вот это классная вещь. Я хочу понять, мы же ставим ее. Пахнет печеньками. И дальше мы идем. И у нас какой номер? 23 и 24 осталось. 23 уже не осталось, только что открыла его. 24, последний адвент, да? 24, потому что 24-го у нас Рождество в Италии. Не представляю. Угадай. Тушь, тушь. Это тушь! Да ладно, осталось только тушь, и это тушь. Она, кстати, это очень хорошая щеточка, но она не резиновая. Итак, сейчас мы покажем всю нашу коллекцию с адвент-календаря. Вот столько у нас косметики получилось с одного адвент-календаря, а мы будем с вами прощаться. Спасибо каждому из вас за то, что уже столько лет, месяцев, всего, чего можно со мной. У нас уже 4 миллиона. Я жду следующей пятерочки. А я могу с вами прощаться. Спасибо всем. 3, 2, 1, 0. Ты на канале Мисси Коль. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. И не забудь поставить лайк. А я побежала. Пока!